Всем привет, с вами Азик. В данном видеоролике я буду открывать сундуки в Clash Royale, ребят. Я знаю, вам нравится такой контент. Я уже в четвертый или третий раз снимаю такое видео, ребят. Ребят, сегодня у меня будет стрим. Сейчас я запущу этот ролик, и через 5 или 10 минут я начну стрим, ребят. Так что не пропускайте мой стрим. Может быть, я уже начал этот стрим, но забыл выпустить видос. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы погнали к видео, ребят. Короче, ребят, буду начинать стримка. Основа на самый конец, ребят. Здесь у меня очень, ребят, очень и очень, ребят, много-много, ребят. Сундуков я могу открыть, позволить себе их открыть просто. Буду открывать стринка, больше нет, ребят. Почему, ребят? Потому что самый последний аккаунт, я жду, пока дойдется до последнего уровня, потому что у меня будет отдельный такой ролик, прохождение всего пас рояля. Ну, конечно же, я не куплю пас рояля, но просто пройду его весь. Так, начинаем. Будем начинать с вот этих. Мне могут выпасть, я покажу, кто может выпасть. Сейчас. Вот, ребят, к примеру. Мне может выпасть садник, ведьма, лучница. Ну, короче, многие-многие другие. Все, ребят, никто не выпал. Забираем. Выпал разряд. Не самая такая приятная карта, карта Джокера. Летучие мыши. Так, ребят, мне что, карта Джокера много, что да. Давайте. Блин. Давайте лучше. Или давайте. Давайте это Тима. Да, просто не нужны, ребят. А теперь они не будут выпадать. О, стена боя эпические. Не сказал бы, что... О, всадник на кабане. Не сказал бы, что аккаунт везучий. Но мне кажется, что он везучий, ребят. Кто-то... Блин, кто... Опять никто. Кто-то же еще должен же выпасть, ребят. Ведьма, ведьма. Вот ее я и хотел. Карты Джокера эпические. Давайте еще кого-то. Блин. Больше нет, ребят. Ждите следующего видео. Я буду опять открывать. Ну, ребят, я вам еще сейчас покажу аккаунт самый последний. Я там коплю брал, ну, пас рояль. Раз я теперь перепутал с Бравл Пасом. Заходись быстро. Давайте-ка быстренько. Должен бы его таран, короче. Давайте, ребята, откроем вот эти вот. Они мне почти что не нужны. Хотя бы кого-то. Нет, никого не дали. О, халява. Блин. Ну, давайте, в принципе, тоже купим. Тоже. Не надо. Давайте кого-то. О, сразу два. Вот этих. Сейчас покажу. Вы сами видели? Я вам покажу, ребят. Сейчас. Мне выпал колдун, ребят. Вот его я хотел. Вот эти вот. Ну, понадобятся, ребят. Ну, не сказала бы, что нужно, но понадобятся. Вот, ребят, сейчас покажу. Вот. У меня здесь я должен... Ну, его сегодня я буду играть только на этом аккаунте. Потому что, если... Ну, короче, я буду играть и играть, я дойду до сюда, по-моему... Нет. По-моему, до сюда или до сюда, не знаю. Дойду, короче, до сюда, и у меня будет на канале отдельный ролик прохождения всего пас рояля.
Давайте заходим на основу, ребят. Самое вкусненькое, ребят, напоследок. После. Я, конечно, открыл первым золотой сундук, потом серебряный. Не знаю. Мне здесь вообще многие могут выпустить. Прям я уже... Давайте запросим. На. Давайте тоже напоим аватарана. Это со всех аккаунтов. Не, зачем мне вот этот вот? Да, что мне вот это? Ну, зачем? Короче. Вот, ребят, мне здесь, по-моему, сколько... Ну, не знаю, сколько, но, короче, пошли. Мне выпали вот эти. Дайте, пожалуйста, лего, ребят. Если сегодня мне выпадет лего, то, ребят, офигел просто. Блин. Вертаю опять. О, 5. На дракончика. Нет, блин. Еще есть. Дайте... О, молния открыта. Дайте, пожалуйста, Лего разработку. Суперсел. Лего. У меня прям только... Боже. Я вообще Лего не бывал сундуков. Я ее только из клановых войн достал. Шахтера, ребят. А же, ребят, шахтера я не выбил, ребят. Прикиньте. Все, да? Нет, не последний. Дайте Лего, Суперсел. Услышьте меня, дайте Лего. Все, ребят, я уже заканчиваю. Это был последний. Забираем книгу. Ну что, ребят, я все закончил. Это офигище просто. Этот вообще заполнен. На обычную, а это на эпическую. Ну что ж, ребят, на этом я походу буду заканчивать. Через час мы летируем. Через... Ну... Спасибо всем за просмотр, ребят. Всем удачи и всем пока.